Всем добрый вечер. Готовим клетку. Вот эту вот, кроликов отсадить. Ну, вот эту вот, то, что я показывала, она без креплений. Муж прикрепил на проволоку. И я заказала... Это я на Велборисе заказывала. И у этого же производителя я заказала вот такую. Она немного нам не подходит. Так, подальше поставлю, чтобы видно было. Она, видите, уличная. Вот крепежи. Вот еще крепеж. Его, видимо, вот сюда надо загнуть. Я сейчас, муж еще это не видел. Сейчас ему покажу. Он мне вот это высверлит. Здесь обычные клепки. И крышку, в принципе, можно перецепить вот на эту сторону. Но я заказала, она разница там 50 рублей. Есть такая же без крышки. Я заказала с крышкой. Только чтобы кролики поменьше сидели здесь внутри. В принципе, она очень хорошо откидывается. И можно ее даже и не перевешивать. Смотри, вот это, наверное, высверлишь сейчас. Они вообще здесь не нужны. Вот это и вот это. Их, кстати, можно на ту сторону клепками посадить, если у тебя есть этот клепки. И вот тебе уже готовые крепежи. А крышку можно не перевешивать. Вот это вот, видишь, она вот это уберется, и она вообще откинется хорошо. Я ее вот сюда хочу поставить. Вот, вот сюда. Надо, наверное, будет мисочку одну убирать. Да. Вот про это мы не подумали. То, что здесь-то видите, как она покороче. И мисочка. Слушай. Не, все, у меня уже другие мысли. Как бы здесь можно подойти, видите, там место. Мы сейчас вот эту длинную попробуем вот сюда повесить, на дверку. А эту короткую туда, и тогда мисочки нам не надо будет пере вот, это самое. Я говорю. Муж посмотрел. Ну-ка, отодвинь. Говорит, не получится. Вот видите, козырек. Ну, короче, он вот это вот мне переставит наоборот. Но не сегодня. Не сегодня? Долго это? Мы хотели сегодня отсадить. Ну, в общем, переделали, как нам надо. Муж перевесил петли. И у нас получается... Сейчас покажу, когда закрываем. Перевесил, значит, эту. Снял крышку. Снял вот здесь вот крепежи были. И два крепежа сейчас пойдут вот... На кормушку, на маленькую. Ну, здесь немного прорезали, чтобы нам попасть в пазик. Видите, у нас впритык вот здесь вот. Бортик от крышки. Вот он, видите. Здесь был точно такой же бортик. И из-за него не закрывалось. Да, вот видно сейчас. Вот так видно. Муж просто... Здесь вот отрезал ножницами по металлу. Вот прям вот краешек. Чуть-чуть. Вот так вот переделали кормушку под нас. Вообще красота. Насыпала, не знаю, даже не считала, сколько сюда ковшей влезло. Что-то у меня не фокусируется, я даже не вижу. По-моему, на 3 килограмма она заявлена была. Ой, как светло. А на самом деле это прямо это... На небо-то посмотреть, вон уже солнце село или садится. Вот так вот прикрыло немного. Им, конечно, там страшно. Я вообще вон бегу девчонок доить. У меня здесь кипяток, а тут вот ситечка. Уже показывала. Ну, короче, не буду говорить, сколько их тут. Достаточно от двух самок.
Ну вот посадили пока так, немного прикрыла, чтобы они не боялись. Сухариков им бросила. Ну вроде ничего. Ладно, мамки теперь у нас будут отдыхать.